Вы слушаете «Голос России» из Сочи. У микрофона Никита Коньков. С приветом, друзья. Мы продолжаем проходить Infamous Second Son. И у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. И у нас дроид. Ай-яй-яй. Хорошо, мы его сбили. Телек рядом? После Юджина всегда рядом. В новостях сказали, был взрыв на башне. Потом опровергли. Найди точку, откуда хорошо видно башню. Но это даже очень не проблема. Найти точку мы сейчас были только что на самой высокой, ну, одной из самых высоких точек. Да? И у нас нужно будет посмотреть эту башню. Вот она. Вот она. Мы на той башне были и были в начале миссии. Нам нужно, похоже, на тот небоскреб перебраться. Сейчас будем пытаться. Да? И у нас новая миссия, которая называется «Возвращение». Редж, ты прав. Они бесятся, но не стреляют. Всем полицейским приказано покинуть прибрежный район. Видимо, мы не должны кого-то увидеть. А я взгляну одним глазком. Похоже, у них бронетранспортеры. Иди по крышам. Не бойся ты. Итак, нужно будет осмотреть место, в котором говорилось, Рэш, а ты знаешь, о рапорте. Какой сверху шикарный вид. Не отвлекайся, брат. Потом глазеть будешь. Я слышу вертолеты. Вон они, да? Ух ты! Ай-я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 й! Блин, а! Вот это да! Черт, а! Расправились? Да. Кажется, мы это сделали. Как мне нравится, когда он поглощает дым. Просто прелесть. Ну, ладно. Будем дальше продолжать нашу миссию. Только посмотрите, вот эта башня. Но нам не сюда. Так, ну. Неужели нам вниз? Ну хорошо, давайте. Редж, тут подпалены, как мои следы. Значит, есть еще один дымовой проводник. Как-то способности передаются. Я надеялся на что-то новенькое. Покажи мне эти следы. Ну, давайте сделаем фотоотчет. Ну, либо я, либо меня. Какого хрена? Появился в другой точке.
Так, хорошо. Расправиться с бойцами, да? Отлично. Стоп. Ты слышал? Так. Шлем ДЭС. Еще работает? Вызывай оперативную группу. Оперативная группа, ответьте. Мы нашли Дотри. Он к востоку от вас. Оперативная группа, ответьте. Редж, этот проводник... Ведь это... Хэнк! Но ты же сказал, она убила его в Сэмон Бэй. Убила? Ну, я так думал. Нет, я же видел своими глазами. Он мертв, это точно. Ищи дальше. Да какого хрена вы... Так, ладно, расправиться так расправиться. Вот блин. Вот черт. Они еще и с двух сторон нападают. Сейчас мы вам зададим. Есть. Отлично. Вот черт, а. Обалдеть. Жестковато, очень жестко. Есть. Это чувство. Ну где же ты? Это все? Нет. Ну, теперь кажется все. Так. Дальше осмотрим местность. Слушай, Реджи, признаю, я ошибся. Сохрани. Это подарок на Рождество. Эй, Делсин, собрался погулять по центру, так позвонил бы девушке. Это не я. Тут кто-то развлекается, сбивая вертолеты Деза. Ты их видишь? А ты где? На крыше, угол 12 и Юнион. Ну, кто ж там встретится с Пронырой на ближайшей крыше? Давайте это сделаем. Кто-то там развлекается, это значит, внимание, выходите, входите в запретную зону, может быть, как-то можно обойти с другой стороны.
Ну, мы почти на месте. А нафига тебе этот парень? У тебя же есть дым. Какого хрена? По-моему, это он был с тобой на том транспорте. Именно от него я получил свои способности. Это тот потный здоровяк Хэнк? Да, и если он выбрался из башни Августины, то может знает, как залезть обратно. Пойдешь со мной? Нет. Нет, от него одни неприятности. Лучше полюбуюсь на шоу отсюда. Делсин, ты береги себя. Не нравится мне этот лысый. Согласен, но я ведь тебе не дитя малое. А потом у нас с ним есть кое-что общее. Ненависть к Августине. Да. Удачи. Ну, спасибо. Поймайте Хэнка и узнайте, где он был. Рэдж, давайте. Нашел. Он на крыше в центре города. Валит вертолеты. Так, слушай меня. Дес не должен его схватить. Да понял, понял. И не дай им его убить. И сам не убивай. И не упусти его. Ничего себе списочек. Да уж. Ну попробуем. Не убивать его, и никого не убивать, и вообще. Нам похоже на тот небоскреб. Давайте попробуем. Увидим, что там, посмотрим. Рэдж, я на крыше. А Хэнк? Он нет. Что, упустил? Нет, не упустил. Держу дистанцию. Специально? Да он, считай, умеет летать. Да, ты тоже. На трех языках. Вот он. Не упусти, ладно. Хэнка. Спасибо, что напомнил. Берегись, солдат Деза. Спасибо за совет. Ну и он снова от нас ушел. Обалдеть. Тут сумасшествие, только посмотрите, сколько здесь солдат. Охренеть, охренеть. Нас убили. Нас убили. Ай-лай-лай-лай-лай. Ну, я думаю, что мы остановились на какой-то контрольной точке. И нам нужно будет сейчас с Пронырой все-таки увидеться. Нафига тебе этот парень? У тебя же есть дым. По-моему, это он был с тобой на том транспорте. Именно от него я получил свои способности. Это тот потный здоровяк Хэнк? Да, и если он выбрался из башни Августины, то может знает, как залезть обратно. Пойдешь со мной? Нет. Нет, от него одни неприятности. Лучше полюбуюсь на шоу отсюда. Ну, спасибо. Элсин, ты береги себя. Не нравится мне этот лысый. Согласен, но я ведь тебе не дитя малое. А потом у нас с ним есть кое-что общее. Ненависть к Августине. Да. Удачи. Итак, давайте сначала уберем этот назойливый вертолет. Есть. И попробуем выполнить миссию вторым дублем, так сказать, да? Рэдж нашел. Он на крыше в центре города. Валит вертолеты. Так, слушай меня. Дес не должен его схватить. Да понял, понял. И не дай им его убить. И сам не убивай. И не упусти его. Ничего себе списочек. Рэдж, я на крыше. А Хэнк? Он нет. Что, упустил? Нет, не упустил.
держу дистанцию. Специально? Да он, считай, умеет летать. Да, ты тоже. На трех языках. Так, там вертолет уже дымится. Давайте мы сейчас сначала их попробуем ликвидировать. Или так. Не упусти Хэнка. Спасибо, что напомнил. Берегись, солдат Деза. Спасибо за совет. Попробуем, попробуем. Не упускать Хэнка. Ну и где вертолеты? Готов. Давай, 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 давай. Обалдеть, с ума сойти. Это очень жестоко. Ай-я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 й. Так, ну что ж, ребятки, будем продолжать преследовать нашего друга, который оказывается безумно шустрым, и за ним просто толпы вертолетов. Э, тебя же тут убьют! Пацан? Редж, готово! Топ здесь, тогда я сваливаюсь, сам с вертушками разбирайся. Редж, ты его спугнул! Какого хрена? Вы Редж, только посмотрите, что творится. Звонков 911 о биотеррористе. И все. Так. Ху-ху. Обалдеть. Так, ну кто там еще хочет? Готов. Ну, нам нужно будет сейчас снова изучить рапорт, но сначала давайте разберемся с этим назойливым вертолетом. Или уже, может быть, не нужно. Вот это да, вот это мы подлетаем. На немеренную высоту, очень-очень высоко. Так, хорошо, теперь снова у нас есть ракеты. Ну и где-то здесь этот рапорт. Я тебя не трону, мне нужна твоя! А, твоя сила у меня уже есть. Так. А куда он уходит, а, друзья, друзья? Вот туда, да? Ты вообще остынь, надо поговорить! Мне нечего тебе сказать. Ты какого хрена ты такой быстрый? Давай, вали отсюда! Я тебя предупредил! Отсоси! Ничего себе! Хэнк! Не заставляй меня это делать! Да отстань! Какого хрена ты такой шустрый?
помоги мне! Перебьешься! Так, да, быстро, парень, быстро. Что он забрал у нас? Тебя найду, я тебя... Перезвоню через полчаса. Нет, нет, подожди, я спокоен. Точно? А то все бегаешь со мной, орешь, фигачишь, чем не попадя. Я хочу покончить с Августиной, но мне нужна твоя помощь. На это я подписываюсь. Супер, тогда... Погоди, тут Дес чего-то оживился. Случилось что-то. Сейчас узнаю и перезвоню. Отлично, операция выполнена, возвращение. Хорошо, друзья, на этом мы закончим эту серию и увидимся в следующей. Всем пока-пока.